Андрей Старков, приветствую тебя в Санкт-Петербурге. Очень рад тебя видеть снова. Скажи, пожалуйста, что тебя привело в Санкт-Петербург? Новый проект выставки, новый формат. Проводилась по Филин Экспо и образовалась пару свободных дней. Решил прилететь в Питер, посмотреть, как происходит баллонная выставка здесь, в новом выставочном комплексе. Встретить своих старых питерских друзей, поболтать. Ну, в общем, именно для этого. Здесь находятся мои друзья, которые занимаются спиннингом этой компании GS, их питерские представители. И здесь много интересных штучек. Расскажи, пожалуйста, о какой-нибудь интересной штучке, которая предназначена для ловли, например, ручевой форели. У нас очень популярная ловля. Буквально неделю назад мы вернулись из большого путешествия по Латвии. Я надеюсь, что телевизионная передача выйдет совсем скоро. Мы там были с моими друзьями, московскими форелистами, включая там Владимира Иноземцева, тренера российской сборной, и ловили как раз ручевую форель. Есть интересные удочки, которые появились совсем недавно у разных производителей, в том числе и у граффит-лидера. Это серия «Белеза Карантия», которая нашумела в этом году и создана для ловли именно ручевой форели. У Джесса тоже появились интересные варианты. Вот, например, та удочка, которую я ловил в Латвии. Серия называется «Сочи». Это моделька специально для ловли форели, а также сугутари местного корейского окуня на воблеры. Она твичевая, имеет тест 2,8 грамм и отлично справляется с пеножками длиной до там, 60 мм. На самом деле это не форели, точнее это удочку корейцы делали для ловли своего окуня, который живет, кстати, в России. Это так называемый китайский окунь. Но живет он примерно в тех же условиях, что и форель в наших с вами реках. Маленькие быстротекущие реки перекликаются очень сильно в технике ловли и есть специализация у каждой модели удилищ, которую создана для этого вида. Вот в данном случае мы имеем удочку специально ключевую, созданную для ловли на мину, которую можно спокойненько применять для ловли ручной форели, будь то Петербург, Краснодарский край, Латвия или какие-то еще варианты маленьких быстротекущих или медленно текущих рыб. Спасибо большое, Андрей.